Эта индексация затрагивает пособия для семей с детьми, материнский капитал, выплаты инвалидам и ветеранам, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, компенсации для граждан, пострадавших от радиации и многое другое. Прежде всего, февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, граждан, работающих либо проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и других жителей региона, которые пользуются правом на федеральные льготы. Все они являются получателями ежемесячной денежной выплаты, которая с 1 февраля вырастет на 7,4%. В Мордовии индексация ежемесячных денежных выплат коснется 86 117 человек. Сумма прибавки у каждого индивидуальна. Вместе с ежемесячной денежной выплатой социальный фонд индексирует входящую в нее компенсацию набора социальных услуг. Он предоставляется гражданам в натуральном виде бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путевкой в санатории или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами. С 1 февраля стоимость набора социальных услуг будет составлять 1578 рублей 50 копеек в месяц. В Мордовии полностью в денежном эквиваленте его получат 9446 федеральных льготников. В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. В результате сумма материнского капитала на первого ребенка составит 630 380 рублей 78 копеек. Для семей, в которых появился второй или последующий ребенок и ранее в этой семье не назначался материнский капитал, размер выплаты составит 833 024 рубля 74 копейки. Для родителей, которые получили капитал на первенца, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно на 202 643 рубля 96 копеек. Средства семей, которые полностью или частично еще не израсходовали материнский капитал, также проиндексированы с 1 февраля. Кроме материнского капитала, будут повышены и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. В частности, социальный фонд увеличит ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, как для работающих, так и для неработающих родителей. Для неработающих родителей эта сумма будет составлять 9227 рублей 24 копейки в месяц. Для работающих родителей с 1 февраля размер пособия составит от 9227 рублей 24 копеек до 49 123 рублей 12 копеек. Для получения выплат в новых проиндексированных размерах жителям республики не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления. Все повышения социальный фонд проведет беззаявительно. Евгений Волков, «Наши новости».